4.20. Экскурсии, конечно, рано очень ездят. В пустыне вот такие вот магазины. Такой вайб вообще. Прям египетский. Кто забудет имя Лена, кто забудет, как зовут Лена, просто останется в Задерном городе. Это навсегда. Нам налили какой-то веселый чай, и он капает. Пока не знаю, что с нами будет, но надеюсь, это не последнее видео. Едем кататься по пустыне. Сейчас поедем в затерянные земли с музыкой. Машина без музыки не едет. Кататься, да, вам? Нет. Я буду кататься на верблюде. А я один. Я вообще один. Че прикольно, как на лошади почти, только выше, намного. И верблюд классный. Ты муж? Ты хороший, хороший. Мы едем кататься на квадроциклах. Как на верблюде? Мне не понравилось, тот мальчик его бил. Да, не как-то по злому. Мне тоже жалко было. Но мой не бил моего. У тебя тот же был. Но он его не бил. Это мой шумахер, конечно. Рулить можешь? Очень похож на терияки. Это козий сыр. Они из верблюжьих какашек. Вкусно? Очень вкусно, на самом деле. Только что приехали в Дахаб. Сейчас поплывем на яхте. Ты видишь после? Нет. Или вами пирамиды? А, обману. В этом городе нет аэропорта, поэтому эти отели теперь не в ходу. А это, так понял, крепость Фараон. Нам принесли похавать. Ну, коротко, неплохо. Прям очень хорошо. Мне нравится. Арцуха. Да слишком маленький. Да. Это какой размер? Тяжело. Красиво? Я именно красиво. Ты именно красиво. Я думала, я буду прыгать. Жестко. Жестко прыгать будешь? Я хочу какать. Быстрее, кабака. Сомнительно, но окей. Ну что, как попало? Это было очень-очень-очень круто. Я тоже хочу. Мне инструктор сказал, что я хороша под водой. Я держалась за ручку с инструктором. Вот ты сучка. Зачем эта кнопка нужна? Ты походу разберешься. Да, все будет круто. Стою, жду, когда приплывет вниз. Вот он. Что будет? Да? Что будет? Можно? Я уже второй раз? Второй раз пошла? Да. Я там среди рифов плавал. Я трогала. Второй раз. Второй в пружине. Ой, смешная. У меня руки трясутся вот так вот. Короче, наше путешествие подошло к концу. Всем спасибо.